тесачки, тесачки. Сервер номер 17, Северный. Гладиатор. Да. Я тут, да, я бегите за мной, ви. Да пошли. Да. Тут будем искать народ. Меня уже кто-то пытался. Господи. Что, давно этого не было? Сань, повыше снай. Вижу неопознанный объект с ножичком. Привет! Что за коробочка? Вот это ржать. Сань, повыше посмотри. Вижу крипера с коробочкой в руках. Так. Кто круче, с покемон или Пикман? Ой, я вижу кого-то. А тут вообще ёжик. Окей. Так, тут нормально. Тут чей-то ножичек. Я сейчас только что видел какой-то пробегающий неопознанный предмет. Не знаю, кто это. Паскай. Так, тут нема. Кенограмма. Где все? Скучно как-то тут. Тут нема. О! О, Кенна! У вас тоже пишет... Блин! Привет! Сань, давай с ножом, с ножом. Да, ты не один такой, я не тушу день. А где тушитель? Огнетушитель! Еще один огнетушитель! Да уйди ты, Саня! Я не буду говорить, кто... Ну, 10 секунд скажу. Как ты меня вообще нашел? Видно было. Да куда ты идешь, Саня? Куда ты пошел? Я тебя потерял. Да стой, Михаил. Ты кого видел, Саня? Я тебя уже нашел, так мне честно. Саня, ты кого видел? Нет, я не знаю. Тут беги, у него пистолет. Сервер номер 9 на расслабуху рук. Может, есть на догонялке. Притом я один его вижу. Сань, обстреляй все стены, может, увидишь. Ага, сейчас я тебя обстреляю. Сань, ты мимо него пробежал. Я тебя наебал. Я слышу чей-то выстрел. Сань, наверху. Чё наверху? Или это не Саня был? Это не я. Кэмпер! Кэмпер, наверху, назад иди. Уй. Ой, даже помогаешь. Да хватит ржать, уже надоело. Саня, тут был за твоей спиной, блин. Конечно, на тебе ржать. Все, хватит. Вот Валя, давайте вот такими модельками играть. Ты мазохист? Тогда будет легче всех спалить. Это чё светофорный столб? Номер 10 на расслабуха ру. А кто светоф... Ай, а кто контр-террористом стал? Блин, не искать теперь это место, где Ксорок прятался. И где? Кемпер, особенно проверяю все кусты. А, ну да, вдруг есть живые. В кустах больше всего прячусь. О, приветик, собрат по Майнкрафт. Форме. Сервер Майнкрафт в рекламе, расскажи в чате. Бу, Майнкрафт! Все, нашел наконец-то это место. Где? Yeah. Сань. Чё? Скажи привет, Рептал. Привет, Рептал.
А чё? Да у меня чисто подозрительно. Кемпер, кемпер. Hello, у меня даже... Hello. 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 У меня даже... Куда? Hello, hello. Пока. Вот, вернись назад. Не хочу, пока я сказал, пока я сказал. Я сказал пока. Окей, сволочь. Зря у тебя было такое мнение, что репал пустой. Ой, пойду я с суицидом кончать. Почему так? Я видел мимо пробегающий предмет неопознанный. Не, можно, конечно, свернуть окно и посмотреть, тут ли он или нет. Нету, я уже свернул. Блин, почти не сбавился с кемпером. Все мы, кроме и еще какой-то герой. Ну кто, Саня? Есть, айптал, идиот. Ой. Я откуда, блин, знал? Я же не наблюдаю, какие он ники делает. Геральт. Зашибись. Вижу неопознанный объект с дробовиком. Кто-то помнил. Лен, напугал. Сейчас я попробую дикий экстрим сделать. Мне будет абсолютно видно, но если меня тут не заметят, я поужу. И использует так чисто, как в конце предыдущего раунда. Пока. Что с тобой? Идиоты, наверх посмотрите. Сволочь. Ты был тут кем? Да это, блин, на этой следке слепота вообще никак не видно меня, шли, я не пойму. А ты кем был? Светофором. Какой-то чувак с дробовиком. Кемпер. Да. Успокойся, ангел жизни. Там. Успокойтесь уже. Хватит. Я спокоен. Я тоже. Чёрт! О, это ты был. Всё, это место раскрыто, здесь нечего делать. Да вообще тут стульев вообще таких нету. Чё за? И... Чё Далк, делать? Далк покемон добавил вас в список друзей. Ока! Чё за? Геральт добавил вас в список друзей. И это оба аккаунта, потому что Сахай. Да, я забыл иногда некоторые места проверять. Так, баррикад, привет. Сервер номер 12 нет. На расслабуху. Привет, нет. А Кемпер хорошо, привет. Ой, все, Ксор, пока. Так. Ангел жизни беспалевно, блин. Так, а что у нас здесь? Ксор, ты никак ангел жизни спрятался, будешь убирать. Так. Я вернулся, что у вас тут происходит? Веселуха. Нет, Елена, я понимаю, она грамотно спряталась. Ну блин, ангел жизни. Может он думает, что он в Чернобыле. Такой вот тоже может быть. Вот это кустик спрятался. Ладно, все, Саня, иди в раздевалку, там кустик. Ой, заколебаю. Куда иди? Я вот поэтому и сказал, что уже раунд заканчивался. Не успел. Не успел, но зато я спрятался сам. Прокосил кемпер. Ду-ду-ду. Есть! Ангел Шисим был прямо за твоей спиной. Так, рандом. Ёчи. Бля. Саня, это ты вот это то, что мешки, блин. Да. Блин, я за тобой. Спасению, я за ним. Я мешки. И мешки будет. А я это... Рядом с вами видите, что вы... Вы себе сказали мешки, и теперь придётся менять. Я рядом с мешком и покрышкой. Кемпер. А меня так и не нашли, я вообще так. Стоял там беспалевно, так тихонько блин. Стоял. Меня так и не нашли, короче. А кустик стоит вообще. Я вообще сейчас в беспалевном месте. Там беспалево. А как предмет сменить? Сущности из другого измерения. Кустудель. Это скотина.
Черт, куда спрятаться, а? Я уже знаю, куда. Мне пофиг, меня сейчас убьют, мне пофигу. Опять собираюсь поиграть кое с кем в саучке. Кстати, там такое место было, а ты взял и испортил. А как замереть? Не надо было там спрей ставить. Ай, фриз. Ты сам воду поставил. А потом как обратно бежать? Чё, я кустик. Елена, шо ж так быстро, а? Поиграл в саучке, кемпер! Фак! Я кустик. Эй, это был не кемпер. Я точка, я вовсе не медведь. Ты круг, белый круг полеча. И кустик там беспалевно спрятался. Блин, это КСС офис карта. Это зашибись карта. Чё? Это... Блин, беспалевно. Люди, кто мёрз, гляните, как тут спрятался. Кемпер, Максик, студенту. Студента тоже завалил. Да, вот это был КСК. Ну я вижу Дарка. Дарк это тот самый ящик. Дарк тот самый человек, кто орал мне. Уйди, Кустик, уйди. Уйди, Кустик, уйди. Там спрей. Вы хоть знаете, где я стою? Эй, go to sleep, знакомый спрей. Кемпер, кемпер. Это мой спрей, я за него платил 500. Вообще на складе на месте закладки А. Ну да. Да, я думаю, это у Рептал такой спрей, а у нее я вспомню, что Нина Петровна. Нет, я реально там стою. А. Такой кустик. Ну, а тебя ж побежали, да, сейчас? Кемпер, если слышишь, иди туда. Кемпер слышит, на самом деле. Я же проверял, забыл. Давайте сейчас вот этот закончится. Сколько тут еще осталось? Вот через 22 минуты в Гаррис мод. Зачем? Там в прятки. Кино посмотрим. Какие там они. Я опять вы уже видел туда под названием «Подними мыло». Да там такие же. Нет, я хочу посмотреть. Там они поржачнее будут. Серьезно? Тут друг мой походу зашел. Охренеть. Ты был прав. Ну здравствуй, Дмитрий, здравствуй. Лимон 700. Кустов это я. Да? Ты кустов не жал. Хелгаст, свалил отсюда. Ляк, 40 кустов не жалуют. Я контртеррорист. 40 кусты не любят. Блин, я просто скин. Нет, я просто скин. Только не люблю, когда другой куст рядом со мной стоит. Сервер номер 16 на расслабуха.ру. О, так лучше. Кустик, я 8 не видеть. А как приятно тучки по небу лететь. 9, 8, 7, 6, 6, 1, 5, 5, зашибись, без палева. 3, 2, 1. Поехали. Поехали, Дем. Ехали, не доехали. Студ умер. Он стоял рядом. Тут умер, но он обещал вернуться. Мечтай! Мини-гейм, джайл, зомби. Один Макс только бегает. Все, кустик сваливает. Он хочет погай. Хельгаст хайт. Пардоньте, ваш отказ принять правила на сестру. Вообще беспалевное место Дарк Драгон. О, кто-то пошел, какой-то кустик пошел. Саня! Куст конопли. А чё обязательно конопли? В общем, на нашем спавне сидит. Меня, наверное, слепой только не найдёт. Ну вообще беспалевно. Сервер расслабухи. Может просто, блин, чуть нам обычно, они порядки уже чуть башка от них болит. Не, нормально, блин. Да блин, все тут бегают. Вон сзади кто-то пробежал. Да обычные матчи какой-нибудь. Не, чё обычно мочила? Прячутся ж люди все равно. Знаю, кто где стоит. Я знаю. Опа. Я вижу лимона. Все, кемпер, поиграем в савочки. Дарк Драгон и Энджел Лайт в одном месте стоят. Макс, обернись. Как так? Вот Ксор, ты идиот? Или издеваешься?
Ладно, что, стреляй Макс, во все подряд. Самочки, договоритесь, пожалуйста. Стреляй во все подряд. Не промахнешься. Не поймаешь, не поймаешь. Поймал. Поймал. Да, поймал. Или оно беспалевный. Люди, скажите, как дракон спрятался? Че, нормально? Я что и говорю, он сама беспалевность. А где он? Так, я не буду это говорить. А, так это Лена со мной была. Ты бабе отказываешь, чувак. Похуй. Лена! Что? Если ты оттуда не уйдешь, я тебя сдам. А если ты сдашь, мы тебя откручим голос. Ангел жизни! Ангел жизни! Мы откручим тебе голос. Ангел жизни! Я тут. Загляни, кто рядом с тобой! Смотрись, я знаю, что ты... Ну, понял, кто. Вот это большая бочка желтая, это Аксорот. Ты хоть посмотри с таблицу игроков. Я знаю, что ты мертв. Макс, вот эта желтая дверь, враг. Смотрите на рекламу. И чё? Слова такого не видел. Видел, означает пол. Чё, меня так не найдут, что ли? Нет, не понял. Михаил, это где? Все, Макс, иди там, где табуретка. Там сюрприз. Там сюрприз, Макс, тебя ждет сюрприз. Вот зачем в помещении с табуреткой. Сейчас вам голосы подруги. На крыше, на крыше. Там. Четырех наш. Она сойдет такое. Такой понос подойдет. Я спрятался. До сих пор. Почему тут мертв? Не знаю. Там. А, что модель не выбрал, этот прикол. А так, какой? Я знаю, куда я пойду. Все, то я голос отрубил, надоел. Да ну да, реально, палить всех подряд. Вот это вообще пизда. Не, ну нафига, не, ну нафига палить. Нет, ну посмотри, где я. Если ты меня видишь. Нафига палить? Кто здесь? Кто? Вот я стал возле кого-то. Кто это? Не-не, я тебе просто не хочу говорить, кто я. Не, ну напишите, возле кого я так шевелюсь. Я надеюсь, ты не мыло поднимаешь. Нет. Блин, время. А то я помню, после вчерашнего видео многие боятся мыло поднимать. Куда? Ты поиграем. Что-то игра зависла. Гейм, достигни первым заветного оружия. Расслабухару. Не, Дарк Драгон, нет, там я. Все. Нет, спасибо, не надо такого чуда. Чок стоит на месте. На месте, на месте. Тудон. Вот это жесть. Вот это жесть. Чего? Чего? Вован, это ты? Отойди ты! Отойди! Тут мое место. Все, поиграем в Славочки, догонитесь, кого я понравился. А как ты меня нашел? Кто как. Ну зашибись. Не поняла, где стол. Только в голову. Так. Номер 9 на расслабухару. Я там, где спрей. Ага, так и поверили. Йо. Ну вот поверили, убили. Убили, а я еще на спавне у КТ был. Ой, Елена спряталась. И возле Елены кто-то спрятался. А, в жизни Елена. Йо.
Такого у меня жизнь не готовила. А, это Вован прятался возле меня. Ну зашибись. Нет, это ангел жи... Нет, возле меня. Возле меня там такой ржач был. Всё, сайонара. Я помню, что этого не было. Ксорт! Ой, Вован, ты беспалевный. О, Вован зашибись спрятался. Зашибись, даже не... Точно? А, меня уже убили, да? Ну ладно. Дядя Лена вступает в игру, зашибись.